Привет, друзья! Сегодня коротенькая информация, опять-таки, про мотивацию. Многие из вас неправильно понимают мотивацию, неправильно себя мотивируют, можно так сказать. Есть мотивация внутренняя, есть мотивация внешняя. Когда вы смотрите какие-то видеоролики, видеофильмы, смотрите картинки, когда плюшевая борода говорит вам, что нужно ебашить и ебашить, чтобы быть большим, вы на самом деле стимулируете свою внешнюю мотивацию, которая не имеет ничего общего с внутренней мотивацией. Мотивация на тренинг должна быть внутренней. Это как дышать, как потребность в сексе, потребность в еде. Вот это и есть мотивация. Если у вас нет такого желания, как дышать, тренироваться, то и не мучайте себя, вы занимаетесь не своим делом. И не пишите мне, что я должен кого-то мотивировать. Я никого не должен мотивировать. Задача моего канала — научить вас грамотно питаться, тренироваться. Это я ставлю перед собой основной задачей. Я не ставлю перед собой задачей трогать вашу внешнюю мотивацию. Если у вас есть внутренняя мотивация, то она есть. И вы ее будете культивировать, будете ее развивать. Но не заостряйтесь на внешней мотивации. Вы должны гореть желанием, проснувшись, вы должны мечтать о тренировке. Когда вы тренируетесь, вы просто живете. Когда закончилась тренировка, вы ждете очередной тренировки. Вы живете этим, вы этим дышите. Только так и никак иначе. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.